получается, мы сразу одним махом будем печь две буханки. Они стоили по 30 рублей. Без вложения, это называется без вложения. А старта от минимум вложений. Что нужно для начинающего хлебопекаря? Мои родители скептически относятся к этому делу. Ни в одной пекарне нету. Если честно, я делаю такое впервые. Привет! В рамках реалити-шоу «Онлайн-пекарня» каждый случайно выбранный участник будет готовить хлеб на закваске на своей домашней кухне. В обычной духовке и на основе онлайн-курса найдут первых клиентов и начнут продавать хлеб на закваске. Для того, чтобы начать печь, нужно разобраться, какой инвентарь необходим. Сегодня узнаем, как сэкономить более 20 тысяч рублей на инвентаре, как не потратить деньги на ненужный инвентарь, который будет валяться без дела. Ты купила, уже подготовила утельницы, да, стеклянные? Да. Они у нас, получается, на хлеб весом 500 грамм. Uh-huh. То есть ты будешь продавать хлеб весом 500 грамм. Uh-huh. Правильно, да? Да. Так. Мы можем вот так перевернуть хлеб, тесто заготовку положить не в эту сторону, а получается прямо на донышко. Сюда ставим тесто заготовку, накрываем. Получается, мы сразу одним махом будем печь две буханки. Uh-huh. Супер. Где ты купила сочные корзинки? Расскажи, пожалуйста. Мы тебе давали ссылку, да, на инвентарь, уже готовые ссылки, в каких магазинах можно приобрести. Да, на самом деле я перешла по всем ссылкам, которые вы отправили, uh-huh. посмотрела. Эти корзинки я нашла в Ашане, они стоили по 30 рублей. 30 рублей, ребята, 30. Без вложения, это называется без вложения. Супер, супер, отлично. Вместо того, чтобы купить ротанговые росточные корзинки, участники реалити-шоу по списку инвентаря, который мы предоставляем на курсе «Как открыть домашнюю онлайн-пекарню и выйти на доход 100 тысяч рублей», приобрели корзинку стоимости буквально 40 рублей и сэкономили более 20 тысяч, потому что ротанговые корзины стоят недешево. То есть ты подготовила весь инвентарь здесь? Да, ну вот какие-то вот весы, термометр, шпатель у меня уже были. Ну все остальное, да, я докупила, приготовилась. Супер, отлично. Здесь у нас и пергаментная бумага, да, все, все готово. Отлично. Для старта вот минимум вложений. Скажи, пожалуйста, по видеоуроку тебе было все понятно, подробно, твои мысли насчет урока на обучающей платформе? Да, мне было все максимально понятно. Вы все рассказали все подробно, приложили все ссылки необходимые, что нужно купить, какое оборудование, какой инвентарь. Поэтому здесь, в принципе, вопросов не возникло. Угу, супер. Алия, давай мы пройдемся по инвентарю и рассмотрим, да, что нужно для начинающего хлебопекаря. Кухонный термометр. Он у меня уже был. Лезвие, чтобы делать надрез на хлебозаготовке. Стоечные корзины. Пищевая пленка. Но это я сказала просто на всякий случай. Да. Пергамент обязательно. Шпатель для удобства. Кухонные весы. Они у меня тоже были. Две утятницы. Да, две утятницы и получается контейнер. Я открыла Алие уроки на обучающей платформе, и теперь, пока она изучает, смотрит, как вести тесто, как замешивать, как работать с закваской, я иду домой и даю ей на это время. Все, Алия, на сегодня, да, мы с тобой прощаемся, изучай уроки. Думаю, там ты найдешь очень много полезной информации, новой для себя пока что, да, потому что ты ни разу не пекла хлеб. Изучай, и если будут вопросы, пиши в чате, я всегда открыта. Хорошо, спасибо, я сейчас еще буду изучать, смотреть, разбираться, стараться. Все, давай. До свидания. Пока. Смотрю, ты уже заказала весь инвентарь, да, казан у тебя есть. Какие вопросы вот выходили во время просмотра нашего видео, или все было понятно? Было все понятно. Список же мы тебе отправляли, да, получается. Так, давайте посмотрим. Все новое, да? Да. И весы. Давай показывай, что ты здесь купила. Весы. Где заказала? Это я заказала на Озоне. Лезвие. А росточные корзинки? Купила в магазине Арзан. Сколько? 48 рублей. Так, термометр. Тоже на Озоне заказала. Все, в принципе. К сожалению, на данный момент мои родители скептически относятся к этому делу. Почему?
не знаю, они не верят, что можно купить хлеб за 400 рублей. Ага. То есть невозможно продать, да, получается? Невозможно продать, да. Ага. А муж? Муж как? Муж моя опора, он всегда меня поддерживает во всех начинаниях. То есть есть, а у тебя у самой есть страх, что ты не сможешь продать хлеб за 400 рублей? Есть страх, да, но так как я вижу, что вы достигли таких уровней, мне кажется, мне тоже получится. Да, потому что хлеб – это в первую очередь еда каждого дня, да, каждый день мы потребляем хлеб. И такой хлеб, который мы печем в домашних условиях, ни в одной пекарне нету. И даже в селе, где 8 тысяч населения, можно продавать хлеб за 400-450 даже рублей. Открыли обучающую платформу для Эльвины, да? Поэтому она пока будет изучать. Я буду ходить по делам, я пойду домой, отдохну, пока она изучает. И если будут вопросы, она будет задавать в чате. То есть чат у тебя есть, да, общий. И можно будет потом уже приступить к тестоведению. Теперь оставляем наших участниц реалити-шоу изучать уроки. Если честно, я делаю такое впервые. Даю бесплатный доступ к курсу ценностью более 200 тысяч рублей. Но самой большой ценностью будет то, что они начнут получать первые заказы и первые оплаты. Будем ждать. Пожелайте девочкам удачи.